В честь Дня Учителя в городском доме культуры состоялось большое праздничное мероприятие, на котором чествовали лучших педагогов района. Ученики никогда не устанут учителям признаваться в любви. Слова любви, признательности и благодарности звучали в этот день со сцены городского дома культуры. Учителей поздравляли их ученики, коллеги, представители администрации. Я хочу особые слова сегодня сказать ветеранам педагогического труда, которые заложили прочную основу образования Славянского района. Вы пережили различные трудности, лихолетия 90-х, но остались преданы своей профессии. Низкий вам за это поклон. И вы из года в год передаете те добрые, наработанные традиции, потому сегодня и наше образование находится на одном из высоких уровней. Поэтому желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и всех вас поздравляю с Международным днем учителя. В числе почетных гостей праздника был депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский, который также много лет проработал в школе. Он поздравил славянских педагогов с праздником, отметив важность и значимость их профессии, пожелав успехов в такой непростой, но интересной и нужной работе. А какой праздник без подарков учителям со стажем и тем, кто только начал свою трудовую деятельность, директорам школ, педагогам дополнительного образования и воспитателям? Одним словом, всем тем, кто свою жизнь посвятил благородному и благодарному делу учить детей, вручили почетные грамоты и подарки. Светлана Владимировна Рогинская, воспитатель детского сада номер 50. Еще одним праздничным подарком для славянских учителей стала концертная программа, подготовленная детскими творческими коллективами. Здравствуй, первый наш звонок. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».